Федеральный дом, Даллас. Что такое? Ушла. Черт возьми. Эй, мы заперты. Ну и что? Боже ты мой, он жив. Они заняты, очень заняты. Ты начинаешь лгать меня. Они же нас сейчас убьют. Какая смерть? Тут только послушайте. Я говорю о танках ООН на американской земле. Знаешь, ты слишком много говоришь. Может, детка, ты говоришь мало? Я оставлю свои разговоры вот этому. У нас же есть цель. Мы боремся за что-то. Забыла? Что, Гарри, беспокоишься за меня? Вы считаете, что я слабак? Нам нечего делить. А я бы с тобой кое-что разделил. Ладно, детишки, положите игрушки. Сейчас же. Идите, грузите машину. Хорошо? Все в порядке? Мне нужно с тобой поговорить. Потом, нет, сейчас. Тебе не кажется, что ты грубо со мной говоришь? Я тебе это попомню. Почему бы нам не поговорить, когда не будет этих людей? Они не люди, а мразь. Они фанатики. Они борются за дело, которое даже не понимают, в чем состоит. Мне разные люди нужны. Нет, только такие, как мы. Мы убиваем ради денег, которых я, кстати, пока еще не видела. Их будет столько, что не потратить, ты говорил. Я говорил, меньше, чем мы можем потратить. Я могу многое процитировать, что ты мне говорил. Ты знаешь разницу между нами и мразью? Я знаю, как стрелять, я знаю все. И я знаю, когда уходить. И когда кончать? Так. Это может принести нам миллионы. У нас есть один шанс. Я так давно планировал это дело, что не позволю тебе провалить все. Только потому, что ты не можешь контролировать себя неделю, месяц. Ты, конечно, хороша в постели, но не настолько, чтобы я тебя прощал. Если ты мне веришь, у меня найдется кое-что, чтобы продать тебе во Флориде кусочек земли. Какой ты молодец. Правильно. Подойдите сюда, пожалуйста. У меня металлическая пластинка в колене и еще несколько штифтов. И в плече, да? Ты слышал, что я сказал? Не работает.
А где Кац? Он же должен был быть с тобой. Да. Я вышел. Взрывай. Кац вышел. Взрывай. За свободу. Ну привет, что происходит? Не паникуйте, занимайтесь своим делом. Ты неподалеку. Эта группа Ворона не так хороша, как та. Ты прав, ты оказал мне услугу. Теперь у меня нет столько партнеров. Ты и я, 50 на 50. Я так не думаю. Мы поговорим с тобой позже. Мне надо бежать. Кто ты? Кто ты, черт возьми? Все было так спланировано. Ты работаешь на правительство, мразь. Убей же меня. Давай. Моя невеста была в этом здании. Не принимай это так лично, на свой счет. Это бизнес. Это убийство. Это часть дела. Ты, должно быть, гордишься собой. Убивать людей за деньги. И что ты получила за это? Ничего. Куда направился Кац? Ты прикончил всю королевскую рать. Но его ты не достанешь. Ты бы подумала, за кого умираешь. Ему плевать на тебя. Тебя использовали. Что ты думаешь по этому поводу? Вы расходный материал. Иди к черту. Не дай им взять меня живой. Где он? На базе в Карлсбаде. Заброшенный склад. Номер 3500.